Ансамбль народного танца имени Моисеева отмечает 85-летие на лучших столичных площадках. В их числе историческая сцена Большого театра, где Игорь Моисеев начинал свой творческий путь. На концерте побывала Анастасия Егорова. Елена Щербакова руководит ансамблем Игоря Моисеева почти 30 лет. Поступила в коллектив солисткой сразу после окончания Московской академии хореографии. Там же учился основатель ансамбля. Моисеев, он гений. Его Господь поцеловал просто, да, вот я считаю так. Он ни на кого не похож абсолютно. Как хореограф, как режиссер, в одном человеке редко бывает сочетание, как художник и плюс как философ. Потому что Моисеев – это добро, мир и любовь. Абсолютно для всех людей. За 85-летнюю историю моисеевцы объездили больше 60 стран мира. За виртуозность, филигранность и выразительность их называли дипломатами от культуры. Они говорят на языке, который понятен каждому. Создатель Игорь Моисеев оттачивал классическую технику артистов по канонам 19 века и создал собственный жанр народно-сценического танца. Он называл его пластическим портретом народа, хореографической летописью нации. В Большом театре Игорь Моисеев начал танцевать 18 лет. В 24 года стал его солистом и одновременно начал ставить танцы. И вскоре основал ансамбль. Сегодня при ансамбле создана своя школа-студия. Практически вся труппа – ее лучшие выпускники. Александр Тихонов служит в коллективе больше 20 лет. Побывав на одном из концертов в детстве, мечтал стать артистом ансамбля. Я очень хорошо помню эти ощущения на концерте. Буквально каждый номер, каждая хореография гениальная Игоря Александровича Моисеева вызывала у меня совершенно непередаваемую бурю эмоций. Чтобы стать одним из моисеевцев, говорят, необходимо колоссальное трудолюбие и дисциплина, а еще знание истории коллектива. У нас в ансамбле в одном номере ты солист, а в другом ты стоишь в последней линии, грубо говоря, по росту. И вот никакой фанаберии, никакого зазнайства быть не может. Это братство моисеевцы. Один за всех, все за одного, и все учат все. Даже не танцуя всего. В ансамбле и сегодня трепетно относятся к традициям. Сохранен весь репертуар Игоря Моисеева. Русские, сицилийские, белорусские, греческие, испанские и другие танцы. После ухода создателя поставили 8 новых номеров. Но, говорят, соревноваться с мэтром сложно. Анастасия Егорова, Андрей Тарасенко. Новости культуры.